Утро Карачаева, Черкесии приветствуют вас. В Общественной палате республики прошло заседание круглого стола на тему «Общественный контроль на выборах. Задачи и перспективы развития». Участие в обсуждении важных вопросов, касающихся выборного процесса, принял член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он зачитал доклад, где были озвучены данные независимого общественного мониторинга об организации процедуры голосования, о попытках дискредитации выборов в разных регионах России, мерах противодействия ложной информации, важности подготовки людей, которые будут мониторить происходящее на избирательных участках. К слову, в Карачаево-Черкесии обучение 630 общественных наблюдателей стартовало в начале этого месяца. С начала этого года отделение социального фонда Карачаево-Черкесии назначило единое пособие родителям более 55 тысяч детей до 17 лет. Назначенное с января пособие сейчас в республике получают 75 тысяч детей. В зависимости от материального положения семьи устанавливается пособие в размере 50, 75 или 100% детского прожиточного минимума в регионе. С 1 июня пособие оформляется с применением обновленных правил по учету доходов родителей и детей, сообщила заместитель управляющего отделения социального фонда по республике Ирина Тамбиева. С 1 июня 2024 года вступили некоторые изменения в правила осуществления единого пособия, касающихся определения дохода. В частности, включение в доход семьи выплат по алиментным обязательствам. Если семья получает алименты по судебному решению или судебному приказу, то в доход семьи будет учтена сумма, указанная или в приказе, или в решении суда. В случае, если родители при разводе заключили нотариальное соглашение об уплате алиментов, то будет браться та сумма, которая указана в соглашении. За исключением тех случаев, когда сумма указанных алиментных обязательств ниже, чем установлено семейным кодексом. Здесь нужно обратить внимание, что алименты будут учитываться тогда в следующих размерах: четверть минимального размера оплаты труда на одного ребенка, треть МРОТ, если в семье двое детей, и половина МРОТ, если в семье три и более детей. Также такой же порядок будет применяться в случае, когда родители устно договорились о размере алиментных обязательств. Тоже будут применяться расчет от минимального размера оплаты труда. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите вести на ногайском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 13, днем 30-35 градусов тепла, а местами до плюс 25. В Черкесске ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, а днем 32-34 градусов тепла.